значит денег. С вами Кудрявый или Дневник Бомжа. Теперь шапку придется покупать. Не у каждого хватит смелости так оставить. Холодно в голову. Эй, мой бриллиантовый ошейник. Итак, 2019, ты был шикарен, мы много чего успели, но время двигаться дальше. Мы и чудесные кудри, вот эти, с ними пришло время попрощаться. Короче, хватит слов, поехали. Этот стакан и лед на шее, мой бриллиантовый ошейник, детка не для отношений, это детка украшений. Ну что, ребят, час икс настал, я приехал в барбершоп и выйду я оттуда совсем другим человеком. Нормальным, нормальным человеком. Последние секунды вот этих прекрасных кудрей, которые я отращивал 8 месяцев на секунду. Но никак я не перерастаю в стадию бомжа, поэтому сорян, кудрям пора на выход. Давай. Я знаю. Не, согласись, не у каждого. Вот так оставляем. Не у каждого хватит смелости так оставить. Хочешь прическу поменял? Зайца свиной хвостик. Теперь шапку придется покупать. Я не носил короткой стрижки, наверное, лет 10. И это капец, какое странное ощущение. Я, наверное, еще 2 дня буду себя по башке гладить. Но мне кажется, так лучше. Вы что думаете? Напиши в комментарии. Холодно? Холодно в голову. Что приятно всегда, когда я здесь легусь, есть какие-то подарочки прикольные. Так, в этот раз у нас шампунь. Спасибо, приятно. Теперь я краткостриженный, бритоголовый чеченец. Поехали. Да, мой. И подпишитесь на канал. Сколько можно ходить без подписки? Я не понимаю это, просто я не понимаю, как и сколько можно ходить без подписки. Ну что, ребят, момент истины. Сейчас будем показываться жене. Возможно, выпусков скоро не будет долго, потому что я перееду куда-нибудь. Пустите меня в дом, нет, пожалуйста. Нет, это не мой муж. Страшный? Очень странно. Можно подробить? Пахнет вкусно.